Não, mas deixa ali. Математика. Здесь твое имя написала, да? Жаркова Захара, тетрадка. По ней мы будем заниматься, учиться считать. Какая у нас профессия без математики не может? Любая, да? Ты, например, когда вырастешь, кем хочешь стать? Я. Простым обычным человеком. Ну, а простому человеку математика нужна? Нужна. Обычным людям тоже нужна, и тебе тоже нужна. Так, сколько на картинке цветочков? Задаешь мне вопрос, да? Ну, сама наложила. Пою. Да пусть одна только. Одна. Пять цветочков, Захар, да? Правильно? Сядь прямо. Ты, муха что, жива? Ну, жива. Она. Захар, следующий вопрос. Следующий. Да. А люстра как будто стояла. Папа, мне сколько линий? Не знаю, 24. Я видел своих линей только 4. Ты слышал? Значит, 4 ты пока знаешь, еще дальше должен, да. 2 буддистки и 1 тысячка оттуда. Вот хороший, хороший нервный цвета. Пострижем. Пока решили, вдруг голова будет мерзнуть. Ну, а то бантики оденем на Новый год. Ну, Захарки. Будешь у нас с девочкой. Снегурочкой. Снегурочкой будешь. Еда. Как раз у нас девочек нет. Угу, у тебя волосы. Давайте одну недельку поношу и все. Капсян, капсян, капсян. Янка, Дмитрий, бегай, бегай, бегай. Ой, 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 А я тебе не мастер ванч. Там много. Мы никого не знаем в Москве. День никого не знаем. В Москве. Никого не знаем. В Москве Путина знаем. Жириновского знаем. Медведева. Медведева знаю. И еще кого? Зеленовского. А не знаю, что у Бога. Айди, ты мне отвечай дальше. Ты мне отвечай дальше, Кибер, Кибер. Полезите с ходбуку на сахне.
Я попросила третий. Это не на кольбу, не напиши. Витя, отнимай его, а я не кину, приволяй к нему, бери. А ты, а мы там отнимай, там, ну, ага. Ну, ага, это первый способ. А я решил, что не сразу вторым. Я про первый совсем забыл. Про первый способ я не знаю. Ну, это, если второй способ, сразу три на мясо бы. Тук, ханы, вычисли меня. Прибавляет меня, хотя бы лепит. Так делает, да? Сразу минус делает. Не, прибавляет икра можно. Смотри, вот он отсюда занял, да, 13 минус 8. Не лучше первым способом здесь, конечно, делать. Ну, минус как первым. Сначала одну отними, одно число, потом второе. На груди на черный вид. Плюсом можно отбегать, чтобы прибавлять. Ага. Мама, пойдем со мной. Я даже тише выучу. Да ладно ты, мы тихо читать. А, ну пойдем почитаешь. Мама, ты говоришь, когда ты родилась, у нас не было ни буранов, ничего, да? У Бурана папа был. А когда я родилась, не было. О, вот наш Путин. Вот он сильно Путин. Это наш Путин Владимир Владимирович. Мама, а вы же говорили, что Путин лысый. Смотри, а тут он не лысый. Верно, выросли волосы. Японцы приезжают. Куда? Кому? А, уже приехали, туда гоняляк. В Россию кто-нибудь приезжает и думает, ну как бы они все исправили, да? Мне кажется, наверное, грязно, пока не видят, что места много, да? Ну, вон свалки тоже, да, в России очень много. Бомжей, говорят, много. Вроде все есть, да. Так-то богатая же нефть, все золото, еда тоже, мясо, тух, рыба. А наши не обращают внимания. Что-то другое наше. Столько возможностей, да. Умные тоже люди есть в России-то. Осторожно. А ты на камень не пишешь глубоко? А? А ты на камень не пишешь глубоко? Да тут так. А это? Как
сыр. Ну что ты сказал? Ну, я тебе сказала. Не говорил ты мне. Потому что конец света скоро стоит. Какой конец света? Ага, нам скоро же два солнца выйдут. Может, даже не выйдут они. Выйдут, вообще готовы. Как думаешь, галактика насколько большая? Вообще она большая. Самая большая в мире это галактика, чем Земля-то. Чем Солнце-то. Чем все она большая. Даже чем этот кубок. Галактика, конечно, блин, галактика это планета Солнце-то больше. Мы, наверное, ему вообще не видны даже, да. Мы даже не что. 5 миллиметров. Миллиметров, а сантиметров. Сантиметров. Такое бывает у мальчиков, а? Конечно, бывает, бывает еще разные. Мама, а как думаешь, у человека 1000, наверное, волосы есть, да? Конечно, есть. Вот столько, это 10 волосков. А вот столько, это уже 100. Вот как. Все вроде бы, сын. Подожди, а на тебя бьют тюгут. Да, Лех, я быстро говорю. Кого короче, Аргелия? Идите. Мама, ёлик, тварь! Габар! Сэгба! Пойдём! Ешь, Сига! А была бы тебя? Ну он так не говорит. Только бы это давай. Ой, я это не понимаю.
Он это только говорит, только это слово. И ты тоже за ним повторяешься. Нет. Ты же его доводишь, вот он и говорит, хорошо. Я его наводил, я его ничего не делал. Папа, я его 5 раз навалял. А он 1 раз только навалял. Вот его не сидит. Это значит, я сильнее его, и у меня сила наполнена. Папа! А почему его на мышке стреляется? Он умер, да? Парализовался. Не знаю. Потому что я это не знаю. А когда вырастешь, узнаешь. Потому что живется. Возьми тугу-то! Дай, Сайки. Это же вагонку чуденький. Где-то есть там. Где-то есть там. А совсем маленький. Папа, мы не будем брать ту уточку. Тогда зря мы убили ее. Почему зря? Ничего зря не бывает. Ее бы сейчас тугут был бы. Иногда ты высвобождаются слишком слабые. Где самая слабая? Она же старая, она внутри. Просто она всегда дарила оленя, все равно дарила. Какая она была. Тебя зачем мы ее убили, если она так была? Потому что она бы мучилась от старости сына. Плохо-то, когда сын старый. Она бы подарила другому, а сама старая бы ходила. Рад. Так надо. Все. Откуда знал, что ты ребенок? Марта. Откуда ты знал, что там ребенок? А? На санки поставь.
Я знаю, куда. Сначала на танке начал. Ангар, давай, канал. Хотя бы на танке начал. Ангар, бля, как мне надо лягать. Я не знаю, сказали, на танке поставь. Эй, ну вы как все, знаешь? На Ольге туши. На Ольге туши, а? Ага. Кот.